Центр падтрымкі прадпрымальніцтва з'явіўся ў Крычаве. Па задумцы, ён павінен стаць не проста памочнікам і правадніком для тых, хто жадае займацца сваёй справай. Яго спецыялісты будуць самі займацца пошукам ініцыятыўных і энергічных людзей для рэалізацыі цікавых эканамічных праектаў. Центр развития предпринимательства разместился у Крычеве у Доме Совета, бо у гэтым же будинку Центр занятости податковая инспекция. Подобная структура является небы инкубатором для будущих бизнесменов. Створанники Центра обещают им полное содейничание. Если человек начинает с нуля, сходим за человека в банк, переговорим с банкирами, спросим, на каких условиях могут банки предоставить, спросим у человека, устраивает, не устраивает. Поможем разработать бизнес-план. У Крычева есть город-побратим латвийский Резекне. Зы меркуют выйти на совместные проекты по программе трансграничного супрацовництва. Мы приехали с очень конкретной целью обсудить по возможности более детально наши будущие совместные проекты, потому что программа уже открыта, и, в общем-то, каждый час уже дорог. Интересов много, проектных задумок у нас очень много. Крычевский район подпадает под преференции развития Паўднёвага Усходу в области, и такой бизнес-инкубатор повинен становше уплывать на социально-экономичное развитие региона. Он и будет в продолжении этого указа, потому что те преференции, которые в данном указе прописаны, они здесь в базе тоже есть, и мы тоже об этом как бы заявляем, что для частного бизнеса здесь тоже можно найти определенные дивиденды в рамках развития этого указа. Тем более, что на сегодняшний день очень активно прорабатывается кредитование через Всемирный банк, через китайские связанные кредиты, и именно этим центр и будет заниматься. Центр развития самостоятельно будет отшукивать инициативных людей, навод про центр занятости, все для того, как содействовать самозанятости мясцовых жихаров. Татьяна Сергейчик, Миколай Соболев, Новин регион.